Фестиваль семейного и детского кино «В кругу семьи» возвращается в Ярославль. Торжественная церемония стартует 8 июля онлайн в московской студии. Трансляция пройдет на видеоплатформах ВКонтакте, Одноклассники и в официальных группах кинофестиваля. А ярославцы смогут присоединиться к церемонии открытия через телемост. Он будет организован в «Миллениуме». С экранов понаблюдаем за красной дорожкой российских звезд кино. Самые любимые актеры – Федор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Гоша Куценко, Елена Лядова и многие другие. Ведущим церемонии открытия станет президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи» актер, режиссер Александр Ковтунец. Конкурсные показы стартуют 9 июля. Увидим лучшие новинки из 20 стран мира. О теме семьи и воспитания детей режиссеры расскажут в формате комедии, приключения, мелодрамы. Вход на кинопоказы бесплатный, но по предварительной записи. Оценивать картины по традиции будет международное жюри под председательством народного артиста России Станислава Люпшина. Кинопоказы и творческие встречи с актерами пройдут в городах области – Мышкине, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Ростове. Впервые в этом году учреждена первая премия социальных фильмов для блогеров «Быть». В ней участвуют блогеры-миллионники. И, как всегда, на протяжении всего фестиваля – деловая программа. Завершится грандиозный киномарафон 12 июля. Александра Панкратова, «День в событиях».